Всем привет! Мы продолжаем свое интереснейшее приключение. Пускай даже это напоминает Марио, но наш шарик будет очень классно сражаться. Так, он что-то решил стать синим. А, так здесь есть скрытый проход, вы только гляньте. Ну а тебе, грибок. Ха. Грибок, это как-то звучит так интересно. Так. Вот так вот запрыгивать мне. Я, пожалуй, сломаю этот блок, то он мне мешает. Ах ты, цветочек! Прохода нет. Получайте, мистер Гриб. Так, и ты следующий. Ну все. Победили. Так, где мои скрытые монеты? Что? Почему я не могу туда залезть? Вот это новости. Так, тебя я, наверное, уберу, потому что ты мне мешаешь. Черепаха. Поджидает меня черепаха. Или это улитка? Я не понимаю, что это вообще за... Еще одна звездочка. И что случилось теперь? Мы как-то прыгать выше стали. Так, ну тут цветок, наверное, это понятно. Ага, паучка победили. Так, здесь мы, наверное, воспользуемся нашей этой улиткой-черепахой. Я до сих пор не понимаю, кто это. Не-не-не, куда ты разогнался? Ку-ку, грибочки. Чего, меня тут не ожидали увидеть, да? Оп. А мне все равно, потому что у меня супер броня. Ты что думаешь, я тебя пропущу, грибок? Нет. Ай, тут что-то падает. Ура. Ура. Мы прошли. Так, теперь, пожалуй, куда-то вот сюда. А, так можно прям так рядышком становиться и просто прыгать. Чё, неплохой вариант, неплохой. Ну, погнали тогда дальше. Так, у нас тут 13 уровень. Что же нам дает эта конфетка? Дополнительный счет или непонятно. Наш шарик становится синим почему-то. Что это ему дает, я не знаю. Так, стоп. Тут нет прохода. Там внизу эти лягушки, которые меня, наверное, хотят поймать. Но у них ничего не получится. Ну а тебе. А ты что прискакал, получай. Нет! Почему мы так слабо прыгнули-то? Клубничка. Оп, вот мы выросли. Ну, ждем теперь эту платформу. Поехали! Так, ух ты. Оп. Получилось. Так, тут будет злой цветок или нет? Мне нужно это знать. Ага, тут проход у нас. Это хорошо. Опа. Бульк. Взяли мы с вами конфету, стали синими, только я все равно не понимаю, что она дает, эта штука. Бесконечные... Да, наверное, это бесконечные монеты. А-а-а, серьезно?
Так, а почему отчет начался? Ну что, получается, столько монет зря выкинули. Эх. Все, проход, кстати, не работает. Так, и как мне теперь туда залезть? Ладно. Ух ты! Опа! Оп! Чуть не свалились. Так, я уже вижу пчелу, которая меня поджидает. Наверное, так и хочет меня споймать. Но у нее это не получится. Оп! А чё тратиться-то начало? Да, не, до сих пор не понимаю, что происходит, когда наш шар становится вот таким вот синим. Что эта птица только что бомбу спускала? Не достали мы, как в прошлый раз, на 2000. Ладно. Чё ты нам только одну звезду дает? Это ж вообще ужасно. Это настолько сложная игра. Ну, взяли мы эту звезду. И что дальше? Ага. Получай, птица ты фиолетовая. Что это вообще за птица такая? А что за уровень такой долгий? Это чё вообще такое? Поехали! Ой-ой-ой, чуть по мне не попал. Монетка. Эх, двух лишних грибочков мы убрали. Это что такое? Куда это мы полетели? Интересный уровень. Так. Вот и начались первые проблемки. Ах ты! Гриб такой плохой. Стали мы маленьким шариком, конечно, так неинтересно. Их! Ва-ху! Ну а тебе? И тебе тоже. И ты получай. А мы маленькие, поэтому ломать не можем. Ай, подскользнулись! Ну почему? Нет! Все из-за вас, на тебе. Это что же это за платформа такая, которая не до конца едет? Опа! Получилось! Ну что, ребята, такая у нас получилась серия, если вам понравилось, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока-пока! What?